3. Наталья Блошенко много лет в спорте, но таких крошечных детей взяла недавно, когда несколько лет назад открыла собственное дело. Теперь самым маленьким гимнасткам в Новомосколе около 3 лет. Дочка у меня занимается, наверное, 4 месяца уже. И это единственное место, где в таком возрасте у нас в Москве берут. Ну, по крайней мере, то, что я нашла. Ей очень нравится, и она прям с большим удовольствием ходит. А сколько вашей дочери? 3,5. Занимаются тут девочки и мальчики разных возрастов различными направлениями гимнастики. Чтобы юные спортсмены могли достигать больших результатов, нужен был специальный инвентарь. Приобрести его и помогла госпомощь 250 тысяч рублей. Для старших гимнасток купили специальную дорожку. Мне позвонили с соцзащиты, говорят, есть такая программа, хотите, поучаствуйте. Я, конечно же, не стала раздумывать, поучаствовала. И благодаря соцконтракту, конечно, я закупила то оборудование, которое было нужно. Тренер говорит, покрытие отлично амортизирует, на полу таких элементов не выполнить. Теперь же, освоив их, ребята смогут получать спортивные разряды. Также наша героиня приобрела оборудование для воздушной гимнастики. Раньше это было только цирковым направлением, теперь это молодой вид спорта. Всего у новооскольцев в этом году есть возможность заключить порядка 200 соцконтрактов. На район выделено 18,5 миллионов рублей. 70% из них уже переданы людям. Чаще всего жители решают заниматься личным подсобным хозяйством. Но есть и необычные проекты, например, еще один спортивный зал или шоу ростовых кукол. Узнать подробности, как получить такую помощь, можно на сайте губернатора и правительства области. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогорья.